Добрый день. Мы представляем Усть-Ижевский картофель. Это компания, группа крестьянско-фермерских хозяйств Вологодской области. Мы занимаемся производством семенного картофеля от мини-клубней до второй репродукции. Реализуем семенной картофель по всей России. Ну, в частности, наш семенной картофель работает и в Краснодарском крае, в частности, и в Калининском районе, в Тимашевском районе, ну и в других регионах России. Сегодня мы представляем 20 сортов картофеля. Сотрудничество с институтом имени Лорха, с белорусским институтом картофелеводства и с рядом европейских компаний нам позволяет выбирать те сорта, которые интересны рынку, в первую очередь товаропроизводителям. Из 20 сортов, которые здесь представлены, это сорта российской селекции, несколько сортов, которые уже включены в реестр, но большинство сортов это они пока гибриды и находятся на испытаниях непосредственно на производственных площадках, а наш кооператив является соавтором ряда сортов, которые здесь представлены. И нам интересно, как эти сорта будут работать непосредственно в южных регионах. Кроме вот Калининского района, у нас эти сорта также представлены в Ростовской области, в Ставропольском крае и в других регионах России. Ну, первый сорт мы представляем, сорт «Гусар». Это компания «Агролига» Санкт-Петербург. Сорт среднеспелый, многоклубневый. Ему, конечно, в условиях вот юга очень тяжело, по крайней мере, в условиях северо-запада, вот центральной это зоны России, он урожай на сегодня составляет до 600 центнеров с гектара. Сорт очень устойчив к фитофторозу. Сорт «Чароид» тоже селекционеры ООО «Агролига» Санкт-Петербург. Сорт ранний. Он хорошо себя запозицировал в Астраханской области, здесь, в Краснодарском крае. Товарность у него, если мы говорим о раннем картофеле, товарность у него составляет на сегодняшний день 90%, то есть фракция 45+. Вот. Сорт отзывчивый на минеральные подкормки, довольно пластичен. Про кожицу расскажите. Ну, формирование кожуры вот в данной ситуации, вот, что неприятно для нас, вот, то, что вот, картофель уже на солнце он выкопан в 7 часов утра, а сейчас уже час дня, то есть вот кожура начинает желтеть. Это не есть хороший показатель непосредственно для Краснодарского края. Алешка, всегда будет ли? Ну, в наших условиях картофель лежит очень хорошо, период покоя у него хороший, я имею в виду в условиях северо-запада. Вот, выращивание семенного картофеля для семян не составляет особого труда, проблем в хранении нет у него. А здесь что-то можно сделать, вот, чтобы продлить и закрыть? Здесь только единственное, то надо формирование кожуры, то есть сорт еще надо расти. Он еще не держать, да? Да, он еще не взял полностью весь свой потенциал. Сорт «Белороза». Компания «Рос Европлан», немецкая компания. Мы с данной компанией сотрудничаем. В этом году у нас на полях размещено 9 сортов данной компании. Есть сорта, которые интересны и для мойки, есть сорта, которые для юга. В частности, здесь представлен сорт «Белороза», суперранний сорт. Как сами селекционеры пишут, сорт для начинающего фермера. Он терпит многие недоработки фермера. Сорт малоклубневый, 6-8 клубней под кустом у него. Чем он отличается, что он, наверное, вот из всех селекций он считается самым ранним картофелем. Поэтому на юге он себя, ну, сами увидим, товарность уже свыше 90%. Ранний – это когда? Ну, 40-45 дней после этого вот посадки у него. А когда оптимальные сроки у него на юге, думаете? Если много зависит от факторов в сроки посадки, потому что в каких условиях
как подготовлен семенной картофель, какая агротехника. То есть в данной ситуации у каждого фермера на соседних полях сроки вегетации могут быть разные, потому что есть много сегодня химических компаний, которые позволяют укоротить срок вегетации или продлить срок вегетации. Минеральными аминокислотами можно подкормить таким образом, что картофель будет товарность намного повысится. То есть это много хирургических инструментов, как я называю, для картофелезов. Надо, главное, уметь им пользоваться. Ну, правильно можно сказать, что главное достоинство этого картофеля, то, что он ранний. Да, это вот именно для данного региона, это то, что он ранний картофель. Сорт Гулливер. Это российская селекция, он включен в реестр уже семенного картофеля. Сорт ранний. Хорошо себя зарекомендовал в Астраханской области, в Краснодарском крае, в Ростовской области. То есть южный регион, в общем-то, о нем уже он имеет свое место в линейке картофелеводов. Удлиненная овальная форма, вкусовые качества. Сорт пластичен, и он отзывчив на минеральные подкормки. Сорт «Мираж» – это гибрид, он еще происходит испытание. Чем сорт отличается от других, то, что у него очень хорошие вкусовые качества, но недостаток данного сорта является это формирование кожуры очень долго. То есть ему после диссекации 10 дней, даже вот в условиях северо-запада, мало. Поэтому мы его позиционируем как вот среднеспелый сорт. Очень пользоваться у дачников. Частные огороды, мы часть картофеля продаем и непосредственно частному сектору в разные регионы России. Очень положительные отзывы за счет вкусовых качеств. Ну а скажу, что делать? Просто давать в Да, он должен после диссекации, удаления ботвы и это. Ну, для юга он на первую посадку не пойдет. Сорт «Вымпел», институт имени Лорха. Селекционеры, сорт средний ранний, что отличает его от других сортов, вот в наших условиях северо-запада сорт ведет маленько себя по-другому, чем здесь. Во-первых, это сорт на площадке, на данном испытательном поле и вот в других фермерах Краснодарского края, Ростовской области, он самый первый вышел, то есть по схожести. Сорт для картофеля этот для пюре очень вкусный, ну и товарность довольно высокая. То есть вот снова вот в условиях северо-запада он у нас немножко период вегетации длиннее, чем показывает себя на юге. Будем вот испытывать его в дальнейшем, увидим, как он поведет себя. Но я считаю, что перспективный сорт с точки зрения и товарности, и формирования кожуры, если мы заметили, тут, по сути дела, не идет потемнение мякоти после вот уборки. И ботва на сегодняшний день, она рабочая. То есть, но этот сорт я бы рекомендовал садить на вторую посадку, потому что период вегетации ему нужен немножко подлиннее. Данный сорт «Флагман» отличается от других сортов то, что у него очень высокая товарность, и в конце вегетации они практически, клубни примерно по диаметру становятся одинаковыми, до 95% товарность достигают. Тоже, что меня порадовало вот в данном поле, сорт еще работает, он также средний ранний сорт, ботва рабочая, но уже товарность тоже достигает 80%. Вот, и практически ему еще вот сейчас после цветения он буквально за 5 дней наберет массу, и тут урожайность прибавится процентов на 20 еще. Данный гибрид «Спринтер», он первый год участвует на испытаниях вот в южных регионах. Мы его испытываем у себя уже 2 года. Это сорт ранний. Мы видим уже вот по ботве, ботва уже, по сути дела, отходит. Недостаток у этого сорта, как мы видим, один из немногих, был поражен фитофторой. То есть он к фитофторе восприимчив.
Но есть сегодня инструменты для решения этих проблем. Удлиненная овальная форма, формирование кожуры, как мы заметили, тут тоже не происходит потемнение мякоти после механических повреждений. Лёжкость у данного сорта хорошая. И вот один из тех сортов, которые мы будем рекомендовать, южный регион, как один из перспективных. Гибрид «Тайфун». На испытаниях у нас уже он 4-й год. Сразу могу сказать о недостатках данного сорта. Сорт восприимчив к стрессовым ситуациям. И как реакция вот в данной ситуации на те заморозки, о которых сегодня уже шел разговор, что вот эти ростовые трещины, практически это прошлый год у нас вот на северо-западе на испытательном участке 50% картофеля было с ростовыми трещинами. Поэтому перспективу данного сорта, по крайней мере, вот с нашей стороны мы не видим, что он будет интересен рынку. Хотя вкусовые качества, форма клубня, окрас изумительный, лежит хорошо, но вот недостаток 50% выбраковки – это очень много. Новый гибрид сорт «Восторг», средний спелый сорт. Но вот сразу же о минусах этого сорта. Сорт очень восприимчив к засухе. Как мы видим, один из немногих сортов уже вот листовая пластинка лодочка. Это как раз говорит, что ему некомфортно в таких условиях расти. Поэтому он сейчас все делает для того, чтобы убрать трудности для себя. Поэтому сорт, он в большей степени вот центральная зона, Сибирь, северо-запад России, вот, но для южных регионов, даже на вторые посадки мы его рекомендовать не можем. Сорт «Камелот», средний спелый сорт, период вегетации не длинный, то есть ему еще работать и работать, конечно, в южных условиях этому сорту некомфортно, так что мы не будем его рекомендовать для южных регионов, будем рекомендовать другие регионы России, потому что сорт чем хорош, то что он, у него форма это клубня, красно-кожурный, форма клубня хорошая, лёжкость хорошая, он лежит, при хранении проблем у него не возникает. Сорт «Комета» – средний спелый сорт, многоклубневый, форма клубня удлиненная, овальная. Формы завяза до 25-28 клубней под кустом. Сорт тоже, он для картофеля фри предназначен для переработки, но для вот, снова, если говорить о раннем картофеле, сорт в данной линейке не конкурентен, поэтому тут его мы убедились, будем пробовать на следующий год данные сорта, среднеспелые, это среднеранние сорта, на второй посадке. Там период вегетации подлиннее, поэтому будем смотреть, вот, как там будут они себя показывать. Сорт «Метеор», суперранний сорт, завязывает 10-12 клубней под кустом. Характерной особенностью является, что он один из ранних сортов, вот как мы сегодня говорили о Белорозе, вот в этой линейке. Недостаток у этого сорта, если фракция 60+, то уже глазки глубокие, и рынку это неинтересно. Но он интересен, потому что именно для раннего картофеля фракция 50-60, вот, товарность есть уже у нас под кустом кило 250. Вот, товарность, сами мы видим, что она составляет 95%. Практически вот этот. И, да, проблема, ну, да, кожура, формирование кожуры проблема есть. Но ожогов вот, после солнца тут пока не наблюдается. Ну, он вот именно для самого раннего картофеля этот сорт рекомендую. Сорт «Крепыш», ранний сорт, российская это селекция. Завязывают под кустом 8-12 клубней. Значит, что удивило вот в этом сорте непосредственно меня здесь, то, что сорт не показал себя те качества, которые мы видим
в том числе и в регионах Краснодарского края, Ростовской области. Вот вчера я буквально был в этот Азовском районе этот, Ростовской области, мы подкапывали там сорт крепыш. Там урожайность составила 56 тонн. Они собираются, вот сейчас уже картофель копать, он готовый. В чем причина, почему сорт непосредственно на этой площадке сейчас работал, будем разбираться. Но, слава богу, у нас в Калининском районе крепыш посажен еще в двух хозяйствах на испытаниях и в Тимашевском районе. Сегодня будем смотреть, как в этом регионе, в этих хозяйствах он себя показал. А так, сегодня мы его уже по России, он практически... Юг, Ростов, Ставрополье, Краснодар, Астрахань, это сорт уже работает. Также он работает и в других регионах. Вот в Омске в этом году мы поставили большой объем семенного картофеля, в Нижнем Новгороде. Сорт «Навигатор», средний спелый сорт, многоклубневый. Сорт выведен для переработки, для картофеля фри. У него под кустом 26-28 клубней. Набирает массу в конце вегетации. И вот в данной ситуации мы видим, что сорт, все, вот ботва у него рабочая, ему еще работать и работать. В наших условиях мы получаем до 75 тонн. Вот, по крайней мере, на испытаниях у меня, на вот, в Устюженском картофеле, и мы испытываем еще в Ярославской области тестового поля, он показывает себя хорошее качество, привлекательный, как для товарного картофеля, очень привлекательный, его с удовольствием покупать за счет формы и легкости, вкусовые качества хорошие. Сорт «Грант», он первый год на испытаниях находится, многоклубневый сорт, срок вегетации 100-110 дней. Вот. Ну, мы видим, что сорт в данной ситуации не для данного региона. Вот. Я даже сейчас еще пока не могу сказать, и как он будет вести себя на северо-западе, потому что мы тоже первый год этот сорт садим. По отзывам селекционеров, они считают, что сорт перспективный. Посмотрим, как он будет вести себя. То есть в течение 3-4 лет будет все понятно. Сорт «Ариэль». В этом году он планируется включить в реестр семенного картофеля по России. Сорт средний «Радний». Отличительная особенность – набирает массу в конце вегетации. И урожайность вот, на товарных посадках в наших условиях северо-запада 60-65 тонн. У него очень высокая товарность. В конце вегетации он буквально за 5-7 дней может набрать массу все. Поэтому вот, при особенностях производства, который, ну, это кто покупает семенной картофель уже вот, в маленьких партиях, мы об этом говорим. И это подтверждение. Ну, снова это регионы вот, Липецк, Тула, Тамбов. Надо этот сорт будет пробовать на вторую посадку. Я имею в виду вот здесь, в Краснодарском крае. Для юга ранее. Как ранее не пойдет. Сорт «Фаворит», средний спелый сорт. Период вегетации ему 85-90 дней. На массу клубней набирает в конце вегетации. Отличительной особенностью является то, что у него очень такая удлиненная форма клубня. Для этих вот товарных хозяйств не очень-то удобно при уборке, это клубни достигает особо большой длины, поэтому при уборке они травмируются. По крайней мере, тоже сорт не южного региона. «Бизон» – средний ранний сорт. Отличительная особенность то, что у него вот реснички у глазков такие ярко-розовые выделены. Сорт мы испытываем его второй год. По крайней мере, вот, пока сказать отличительные особенности плюс и минус очень сложно, потому что, как мы видим, по товарности здесь идет 50-50% этот, поэтому, ну, его любят очень много, это частный сектор, за счет вот этих ресничек, вот, вкусовых качеств, то есть он сорт этим. Ну, и рядом находится у нас сорт «Беркут», он среднеспелый сорт,
тоже в данном регионе он будет не перспективен с точки зрения того, что период вегетации очень долгий. Из тех сортов, которые мы сегодня с вами посмотрели, я еще раз хочу сказать, что в той линейке, как ранний картофель, мы можем предложить рынку на сегодняшний день из российской селекции. Это сорт «Крепыш», сорт «Метеор», сорт «Спринтер». Вот сорт это вот «Роса Европлан» «Белорозу». Этот, потом и будем смотреть через 2 недели, как тут картофели, вот эти сорта, как наберут массу. Все, выводы делать сложно. Но радует то, что на сегодняшний день российская селекция начинает набирать непосредственно вот силу, и они ежегодно показывают несколько сортов, которые в перспективе займут достойный рынок. Они уже отличаются и по товарности, то есть гладкая кожура, отсутствие глазков, именно формирование кожуры, то есть те требования, которые сегодня предлагает рынок. И вот работая с институтами имени Лорха и с российскими селекционерами, я могу сделать вывод, что сегодня уже есть достойные сорта, конкурентоспособные сорта, которые совместно с европейской селекцией могут участвовать на рынке. И это первое. И второе, то, что сегодня, во-первых, стоимость этого семенного картофеля уже намного дешевле, чем, например, европейские сорта. Вот. И возможность обновления этих сортов не так проблематична, как сегодня это с европейскими компаниями. Как я уже сказал вначале, мы выращиваем семенной картофель и для европейской компании, поэтому у нас есть возможность сравнить селекцию и европейскую, и российскую, и белорусскую селекцию. Поэтому мы смотрим, в общем-то, в будущее довольно оптимистично и рады, если кто к нам будет приезжать за семенным картофелем, мы всегда ждем гости. Скажите, а вот то, что вы, сорта, которые вы назвали, рекомендованы, это для юга или вот для Краснодарского края все-таки? Ну, понимаете, вот почему мы сегодня и тестовые посадки у нас есть и в Ставропольском, и Краснодарском, и Ростовской области, вот в этих регионах, потому что, во-первых, мы хотим увидеть один и тот же сорт в разных регионах, он ведет себя маленько по-разному. Поэтому и фермерам, когда они приезжают покупать семенной картофель, мы непосредственно говорим особенности того или иного сорта именно по регионам. Чем нам интересны вот эти площадки? И площадки интересны, что которые мы ежегодно, фермера, которые закупают семенной картофель, мы даем им на испытание. Вот эти сорта, которые вы назвали сейчас в качестве рекомендованных, а есть информация, как они себя ведут в Ростове, в Ставропольском крае? Ну, я могу только сказать по прошлому году. В этом году сейчас вот только только начинаю это объезд. Ну, вот по прошлому году у нас сорт «Крепыш», он показал во всех этих 3 регионах хорошо, поэтому в этом году он уже в товарном производстве работает. А остальные сорта, вот «Чароид» работает в регионах, вот еще Астраханская область для нас интересна. Тоже мы туда семенной картофель выращиваем. А вот остальные сорта, которых я назвал «Спринтер», вот эти «Фавориты», они еще вот только на этой площадке, вот, по крайней мере, первый год испытываются. Хорошо, спасибо.